Всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не спит. Сегодня у нас 3 июля, 3 часа ночи, и наша ежедневная рубрика «Чё почём». Вчера нам закинули топовый сетик. Я докупил деваку, поэтому нам будет что сегодня показать, даже если ничего не закинут, ребят. Давайте посмотрим. Окей. У нас новый скинчик за 800, называется «Жилет». Но он очень похож на Вольта, как по мне. Только какой-то более одетый, что ли. Такие скины не люблю. Для 800, конечно, это прикольно, что он очень сильно переделан. От стандарта вообще ничего нету. Прям все другое. Одежда, защита. Все абсолютно другое. Но я за такие скины, конечно же, не бегаю. Он прям очень какой-то простой, что ли. Неинтересно. Да. Такой себе. А это загрузочек с этого с дня лета или нет? Да, вот оно. Понятно. Это вот это летний скин, вот этот, да? Типа. Непонятно, почему он летний. Но мне он не очень. Мне он не нравится. Я его и не собирался и по загрузочному покупать. И сейчас, как бы, он мне не понравился. Все понятно. Здесь у нас Красный Рыцарь за 2000. Очень олдовый скин. Прям второй сезон. Здравствуйте. В магазине. Но его довольно часто закидывают. Его уже купили все, кому не лень. Я уже говорил, что мне он не очень. Потому что, ну, старенький скинчик. Прорисовка. Слабенькая прорисовка. Тогда была. Они тогда еще скины так не вырисовывали, как сейчас. И видоизмененность такая себе. Сейчас бы, конечно, эти скины дешевле значительно стоили. Ну, плюс рюкзачок. Я чаще людей вижу с этим рюкзачком, чем в этом скине, конечно же. Рюкзачок часто используют, скинчик так. И чекан за 800. У меня, кстати, есть эти скины ледяного варианта из Ледяных Легенд. Я их не юзаю. То есть из Ледяных Легенд вот этот скин мне меньше всех нравится, я его вообще не юзаю. И чекан тоже не юзаю. Тоже довольно простенький кирка, топорик. Очень простенький. На то время, конечно, это было мега круто. Что рыцарь, что скин. Что кирка сейчас так себе. Так, здесь у нас осталась, ребят, морская звезда. Вчера ее закинули, я вчера ее не купил. Сегодня задонатил, V-баксов купил. Купил скинчик, так что после аутро я ее покажу обязательно. Посмотрите, как она выглядит. Посмотрите на вот эти вот, на волосы ее, вот эти медузы. Выглядит классно, сегодня поиграл, мне понравилось. Не жалею. Ну и понятно, кирка, медуза. Это со вчера осталось, можете посмотреть вчерашний чё почём. Очень забавный. Давайте смотрим правую сторону. У нас теневой ген за 1500. Старенький тоже, очень-очень старенький скин. Очень. В третьем сезоне он был. В третьем сезоне он, конечно, выглядел прикольно. Сейчас уже подустарел тоже. Да. Хамелеон за 800. Хамелеон — классная кирка. Как я уже многократно говорил, это, знаете, ребят, Galaxy для простых смертных. Хорошая кирочка. Хорошая. Я ее долго хотел, мне ее придарили. Спасибо большое. Юзаю периодически, мне нравится. Хорошая. Спортивная походка. Не самая лучшая эмоция, конечно, но за 500 такая себе. Стильно, модно. Тоже такой себе. Давайте, кстати, деваху новую возьмем. Ее и покажем. Такая себе эмоция за 800. Можно чуть повеселее найти. И сигнал рукой. Сигнал рукой — прикольная эмоция. Я ее покупал, когда она первый раз еще выходила. Мне прям очень понравилось. Эта эмоция хороша. Класс. Это классно.
И кобра, которая раньше называлась Гюрза, за 800. Мне кто-то недавно в коммент, когда последний раз она выходила, написали в комментах, типа, не могу понять, какая разница между коброй и гюрзой. Раньше она называлась Гюрза, теперь там, теперь это кобра, ребят. Такой вот скинчик. Для 800 очень даже неплохо, мне ее подарили тоже. Классный скин, хорош. Хорош, я говорил, что она прям неплоха. Так, собственно, это все. Новый еще один летний скин, но почему он не выглядит, конечно, летний, я бы его к летним не относил. Мне он вот прям вообще не в тему и не нравится. Слабенький. Типа Вольта. Типа что-то вот Вольта, но непонятно, почему к летним. Ладно. Друзья, не забывайте тег автора SPT-083. Перед покупками указывать тег автора. Розыгрыш за июль я уже запустил. Пост в группе ВКонтакте закреплен. Под видео будет первая ссылка. Так что врывайтесь, 10 тысяч рублей разыгрываем. Так, что у нас с новостями? Новости на момент записи пока что выглядят вот так. Но я думаю, завтра, как всегда, может это подвинуться на вот. Но вот этот скин должны нам новости закинуть. Должны. И здесь, я думаю, вы обратили внимание, вот некоторые пользователи не получают награды за определенные наборы испытаний. Мы распределим все заработанные награды должным образом, как только вернемся с перерыва на следующей неделе. Какой-то что-то там, наверное, в отпуске, что ли, так же, как и я. Короче, как-то такое непонятное для меня лично вот это заявление. Ну да ладно. По режимам выглядит у нас сегодня вот так все. Но вполне вероятно, что они меняют. Обычно после записи я на следующий день прихожу, оно по-другому все выглядит. Но здесь вот так. Состязания там постоянно спрашиваются чем-то, но ничего не меняется. В магазине легенды купил, поэтому показать вам особо нечего. Так, друзья, спасибо всем большое за просмотр. Не забывайте лайк, коммент, подписка на канал. После аутро, как я и сказал, это будет медуза. Ну, не медуза, а вот этот скинчик, как он там, морская звезда, плюс хамелеон. Да, вот это смогу вам показать. Ну, еще раз пролечу на дельтаплане там. Всем спасибо большое за просмотр. Среда, трансляция будет также, ребят, в районе 12 вечера, потому что в это время у меня налаживается интернет. И вот где-то с 12 до 3 мы будем стримить. В магазине все по расписанию. Все так же. Всем спасибо. Пока. Так, ну что, полетели, я вам покажу скинчик, который вчера выходил. Если вдруг кто-то еще не купил, сомневается, рекомендую. Вот из летних 3 скина я всего купил. Вот больше, наверное, не буду, потому что остальные что-то не очень. Перепонки на ногах, на руках. Это ты. Это про вчера еще смотреть, что почем, но если вдруг не смотрели. Медузка. Кирка. Классическая кирка, ребят, без каких-то там, без каких-то анимаций дополнительных, без каких-то звуков, ничего нету, просто тупо классическая кирка, прикольно покрашена. Ну, покрашена прям очень прикольно, мне очень нравится. Скинчик. С бэккэком. Вот эти вот от медуз, висюльки. Динамичные, то есть они двигаются вместе с вами. Не знаю, мне очень нравится, как оно выглядит. Очень прикольно. Давайте все ставим куда-нибудь. Стопы, да, чтобы вы увидели. Не знаю, мне он понравился. Еще по фотке я думал брать, не брать. Но вот сегодня решил добрать ее. Ничего, так очень даже. Вот, собственно, друзья, и все, что я вам хотел показать. Спасибо еще раз за просмотр. Не забывайте лайк, коммент. И до встречи на трансляции. Всем пока.